Недоверие министру. Украинские аграрии решили выступить против профильного министра Игоря Швайки. К этому фермеров и землевладельцев подтолкнуло отсутствие высокого чиновника и его замов на очередном всеукраинском агрофоруме. Этот вопрос они также обсудили на заседании областного совета ассоциации. Третий всеукраинский агрофорум стартовал в Киеве 11 апреля, но в связи с тем, что на него так и не явились ни министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка, ни его заместители, работу форума было решено приостановить. Аграрии посчитали неуважением к себе такое отношение министра и официально выразили ему недоверие. Было принято решение практически единогласно. Один человек воздержался, два было против. Из почти 500 о выражении недоверия министру аграрной политики. Делегату. Да, делегат. Значит, и направлены соответствующие документы Турчинову и Яценюку. Было также поручено Казаченку встретиться с руководством государства с требованием, чтобы все-таки кто-то обратил на нас внимание. Кроме того, руководители профильных союзов решили также поднять вопрос о переформатировании самого всеукраинского форума, внести в его распорядок отчет правительства по самым актуальным и злободневным проблемам. А фермеров призывают больше интересоваться действиями правительства и жизнью всего агропромкомплекса. В настоящее время аграрии, фермеры Украины поставлены в такие рамки, где они ничего не разумеют, что делается, никакой информации нема. Мы не думаем про глобальные питания, про те питания, которые нам дадут життя, которые дадут нам рух. Нам треба меняться. До возобновления работы форума руководители ведущих агропредприятий края должны подготовить список вопросов от Запорожской области.